сегодня всех вас, кто присутствует на нашем вебинаре. И сегодня у нас с вами очень интересный вебинар – это суть бизнеса нашего проекта. Ну и давайте, наверное, пока, может быть, еще кто-то присоединяется, я немножечко представлюсь. Зовут меня Сметанина Екатерина, я старший менеджер компании Oriflame. До компании Oriflame я работала начальником почтового отделения, закончила, как и все, детский садик, школу. И, в принципе, очень быстро, в 25 лет, я уже стала начальником почтового отделения. У меня было высшее образование, но, знаете, уже на тот момент я понимала, что, в принципе, особых перспектив больше нету. У меня, наверное, рабочий день, очень много, скажем так, требований начальства, которые даже нету по инструкции. Да, я думаю, что те, кто работает, у них то же самое. Но при этом не особо уважение от начальства, да, и как таковой итог. На тот момент у меня был один ребенок, и мы не могли ни съездить отдохнуть, ни вообще что-то позволить себе больше, чем, в принципе, хотели в тот момент. Да? Потому что когда мы молоды, нам очень много чего хочется. Я думаю, что и сейчас, конечно, много чего хочется, но тогда очень такие большие планы, и они становятся очень быстро разрушаются в связи с нашей бытовухой, с нашей работой. И вот я тоже, работая на работе, я понимала, что изо дня в день все вроде бы как-то меняется, но в то же время никакого удовлетворения ни от работы, ничего нету. И вот на тот момент я подумала о том, что действительно, к чему приведет меня то, та жизнь, да, то направление, которым я двигаюсь сейчас. И я поняла, что, в принципе, ничего не изменится, если самому ничего не менять. Вот именно тогда я задумалась о том, что, я думаю, что многие из вас тоже задумались, можете поставить плюсики в чате, чтобы открыть какой-то свой бизнес. Когда стала над этим более четче работать, да, узнавать больше, я поняла, что, в принципе, даже имея так, одного ребенка, открыть свой бизнес, это очень, и с одной стороны, опасно, да, в том плане, что и финансово нужно много денег положить, но и, как вы знаете, по статистике 90% всех ИП, которые открываются, да, в обычном традиционном бизнесе, они через какое-то время разоряются, да, и нету перспективы. И вот, наверное, в тот момент очень интересная книга попалась именно мне в руки, Роберт Киосаки, который делит людей на 4 категории. И когда я их увидела, эти категории, вы знаете, как-то стало очень жутко, очень как-то так, наверное, больше осознание того, в какой области нахожусь сейчас я. Я думаю, что вы уже неоднократно слышали об этих категориях, о них подробно, может, я с ним даже рассказывать не буду. Но вот отметьте, пожалуйста, к какой вы категории себя сейчас относите, к левой либо правой, можете в чатике отметить буквочку L или P, потому что на самом деле 90% всего населения, вообще всего мира, да, находится именно в левой части, где всего лишь 10% денег. И напрасно думать о том, что что-то изменится завтра, если ничего не менять сегодня. Наемные рабочие, вы видите, что есть начальник, маленькая пенсия, ну, скажем так, совсем маленькая, да, работа за деньги, постоянно, как я уже говорила, жизнь на работе. И даже когда у вас открывается маленький бизнес, да, когда вы открываете какой-то операционный бизнес, вы понимаете, что вроде бы и нет начальника, но, во-первых, вы вложили деньги, их нужно отработать на все 100, даже где-то на 200, потому что очень часто вы придете кредит, и здесь не оставишь ни бизнес, постоянно на работе. Вот, Галина слева вверху себя сейчас относит, да? Ну, раз вы здесь сегодня на вебинаре, значит, что-то решили тоже в своей жизни поменять. Вообще, когда мы стали изучать этот квадрат, я поняла, что многие люди тоже сейчас, на данный момент, ищут возможности для того, чтобы перейти из левой стороны в правую, для того, чтобы действительно иметь свой бизнес, для того, чтобы развиваться, расти. И это действительно очень классно. Так очень классно то, что люди стали заниматься своим здоровьем, очень к этому подходить очень серьезно. И очень приятно, что как можно уже много, большое количество людей именно хотят изменить что-то в своей жизни, при этом делать это правильно, грамотно. И вы знаете, когда уже я пришла в компанию Oriflame, вначале мы работали офлайн, и действительно результаты были и тогда. Но когда сейчас наш бизнес перешел в онлайн, конечно же, результаты удваиваются и даже утраиваются. Почему же я пришла тогда офлайн? Почему мы выбрали в качестве партнера именно компанию Oriflame? Цель любого бизнеса – получить и время, и деньги. Я думаю, вы с этим будете согласны, что если есть деньги, но нет времени их тратить ни на семью, ни на себя, то, в принципе, ты не ощущаешь ценность этих денег. И даже наоборот, вроде есть время, но нет денег, то вот время прожигается просто так. Поэтому, когда есть баланс всего,
именно в нашем проекте, именно здесь, в этом бизнесе, действительно баланс можно найти, и нужно найти для того, чтобы хорошо зарабатывать хорошие деньги, при этом действительно в удовольствие. Почему мы выбрали компанию Oriflame в качестве партнера? Ну, в первую очередь потому, что это действительно компания, которая дает возможность зарабатывать деньги. Здесь действительно ты сам себе начальник, ты сам решаешь, сколько времени ты уделяешь работе, с кем работаешь, сам решаешь, какое время, да, то есть действительно очень удобно совмещать, пока с основной работой, если вы только присоединились к компании, очень классно совмещать с учебой, потому что сейчас, тем более, когда у нас очень интернет развит, то это дается еще легче, не нужно куда-то ездить в офисе, да, можно работать дома, можно работать даже в транспорте, да, когда пока едете домой, особенно в крупных городах. Почему же мы выбрали Oriflame? В первую очередь потому, что это одна из тех компаний, которая дает возможность нам получить качественный продукт, предлагать его клиенту, пользоваться самим, потому что вы видите, что в сетевых компаниях, когда идут прямые продажи, нету посредников, во-первых, конечно же, стоимость продукта дешевле, чем в магазинах. Во-вторых, конечно, в связи с тем, что нету посредников, минимально в данном случае компания вообще защищена от подделок на все 100%. Вы заметили, что компания периодически меняет то упаковочку, то меняет немножечко аромат. И иногда клиенты на это злятся, да, потому что они уже привыкли к одному аромату, и даже небольшая ноточка иногда сбивает, и да, аромат кажется совсем другим. Но, с другой стороны, компания нас защищает от подделок, чтобы наши клиенты и мы были уверены в том, что продукт, который они приобретают, он будет качественный, то есть мы спокойно его можем использовать в своей семье. И что касаемо подделок, тоже, особенно те, кто сейчас находится на Академии бизнеса 1, они уже просмотрели огромное количество видео, к чему могут привести подделки. Причем эти продукты куплены в хороших элитных магазинах, но никто нас не защищает от подделок. Может привести даже к летальному исходу. Поэтому действительно, я сейчас выбираю продукцию для своей семьи, на это обращаю особое внимание, чтобы действительно продукт был качественный, чтобы и я, и моя семья, и дети могли пользоваться хорошим продуктом. Конечно же, потому что компания, это Oriflame, одна из самых крупных космической компаний, да, в Европе. Более 3 миллионов консультантов. Компания официально работает более чем в 60 странах. И, конечно же, ассортимент продукции. Вы знаете, очень часто говорят, когда ты выбираешь бизнес, главное выбрать продукт, с которым ты будешь работать. Потому что тот продукт, который есть сейчас у нас в компании, он востребован каждый день. Ежедневно мы красим, да, губы, чистим зубы, моем волосы и так далее, красим волосы периодически, да, то есть эти продукты, которые нужны нам каждый день. Поэтому человек, когда они закончатся, если он влюблен будет в этот продукт, если ему будет подобрана качественная продукция, то действительно он останется с компанией навсегда. Конечно же, как дополнение к ассортименту, это продукция Wellness. Очень классно, вы знаете, мне очень нравятся ценности компании Oriflame, это единство, дух и страсть, и отношение руководства к лидерам и консультантам. Очень интересная, очень грамотная, очень уважительная. И здесь компания тоже к своим клиентам подходит очень тщательно, да, то есть не только красота важна внешне, но и красота изнутри. И если ты здоров, то, конечно, тогда ты можешь позаботиться и о красоте, и строить бизнес, и работать с детками и так далее. Конечно же, есть такая компания продукция Wellness, которая дает вообще шикарный результат. Отметьте, пожалуйста, в чате, кто уже пробовал хоть один продукт, да, из категории Wellness. Может быть, даже просто напишите, какой ваш любимый продукт. Я уже пробовала все, и действительно результат, он поражает, он восхищает, потому что, я скажу, даже по деткам, уже 2-3 года мы пользуемся продукцией Wellness, и мы, в принципе, не болеем, простудными точно не болеем заболевания. Даже если какой-то насморк появляется, он проходит в очень легкой форме. Поэтому, когда здоровы детки, то, конечно же, приятно и маме, и семье, очень классно, можно и работать. Вот, Владимира тоже, вся семья любит, потому что действительно продукт очень качественный, продают нас в Беларуси только через аптеку. Вот, Галина любит Wellness Pack, шикарный продукт, и видите сертификацию. В принципе, в Беларуси одна из продукций, которая имеет сертификат GMP, и это очень классно. И буквально в конце прошлого года был дополнительный такой конкурс, проведен в России, и премия «Здоровое питание», и компания Oriflame получила, была достойна престижной награды, победив в номинации «Лучшая компания-производитель категории витамины и БАДы». Поэтому действительно продукты очень классные, и есть чем работать. У нас очень классные категории ароматы, продукция Wellness, уход за телом и за волосами. И действительно продукт, который очень легко, можно работать с ним, да?
И действительно, когда мы сейчас перешли в интернет, многие из нас просто общаются в социальных сетях, кто-то коммунальные оплачивают платежи, да, и так далее, кто-то смотрит, может быть, видео, но интернет это действительно сейчас, мы идем давно со временем, переходим на работу в интернете, потому что огромное количество людей уже не себя не представляют без интернета. В транспорте везде, да, вы видите люди с телефонами, и интернет идет вперед. И, конечно же, наш проект не исключение, и вы видите наши лидеры, здесь есть и основатели нашего проекта, и те, кто сейчас работает в этом проекте, активно развиваются, и онлайн-проект «Переросток», действительно, он уже более чем почти год как стартовал, и это шикарные результаты. Вы видите сегодня в конце нашего вебинара. Ага, сейчас попробуем. Так, получше? Угу. И в конце вебинара вы увидите сегодня наши... Оля, отметьте, если хорошо, плюсиками. Те результаты, которые уже были получены в этом проекте. Поэтому действительно проект стартовал, и что вы можете получить, участвуя в нашем проекте. Итак, в чем преимущество, я думаю, вы увидите на экране. Я расскажу только о некоторых из них, которые именно заинтересовали меня. Это, конечно, для меня было очень важно, чтобы это был доход официальный. Потому что мы работаем в Беларуси, скажем так, да, и хочется, чтобы был и стаж, хочется, чтобы было действительно не было вопросов ни с какими правоохранительными органами, поэтому доход официальный. Здесь тебя никто не может уволить, и главное, что мы очень хорошо развиваемся личностно, и доход, который мы брали от нас, от нашей работы в команде, от нашей личной работы, путешествия по миру. Вы знаете, очень часто слышу, кто-то говорит, что нет людей, которые не любят путешествовать. Я раньше говорила, да, что я не люблю путешествовать, но лишь, наверное, потому, что я понимаю возможности путешествовать. И сказать, что вроде работаешь на хорошей должности, но при этом не можешь съездить с ней отдохнуть на море, может быть, где-то было искренне как-то тогда. Но сейчас я понимаю, что эти возможности есть, и это очень классно, отдыхать вместе с детками, показывать мир именно вживую. Поэтому действительно путешествие – это вообще очень классно. Признание и награждение. Здесь в нашем проекте, в компании вы получаете вознаграждение и признание, вернее, даже, да, вы самый, я думаю, вы, я не совру, и вы можете даже поставить плюсики, выше на 3% уже признание, да, поздравление спонсора, сделать первый заказ, уже поздравление спонсора. Поэтому в нашем проекте вы получите именно хорошую поддержку, сопровождение для того, чтобы ваш результат уже мог как можно быстрее получить его, да. Кроме того, сейчас у нас появилась Академия Бизнеса 1, и результат действительно поражает, когда за 4, вернее, за одну первую Академию Бизнеса еще только-только закончилась она, да, и за 4 дня до окончания каталога уже появились новые 9%. Конечно, это же возможность передачи бизнеса по наследству. Сейчас у меня трое деток, и вот свобода, где-то, которой я могу распоряжаться, когда мне работать, где работать, да, это действительно дает возможность общаться и с семьей, и при этом работать активно, развиваться в бизнесе. Итак, в чем заключается идея бизнеса? Бизнес, конечно, заключается в том, чтобы развивать сеть онлайн-магазинов. Согласитесь, если у вас будет один магазин, это хорошо, но, к сожалению, тех денег, которые, я думаю, вы хотите здесь получить, и тот результат, он не будет достижим, во-первых, быстро и результативно. Поэтому наша задача – развивать сеть онлайн-магазинов. И эти магазины, как вы понимаете, мы приглашаем людей, мы их обучаем, мы с ними работаем, помогаем им дойти до уровня как минимум директора, для того, чтобы они потом самостоятельно могли развивать и обучать своих людей и развивать дальше интернет-магазины. Очень классно, многие говорят, что это бизнес без вложений, но, конечно, есть вложения, это вложение своего времени и на того человека, с кем работаешь, это вложение времени в обучение, поэтому, конечно же, здесь главный наш инструмент – это время. И от того, как быстро мы будем развиваться, зависит и результат. Что же нужно делать в нашем проекте? Вы пришли, и три основные составляющие, которые нам необходимо знать. Это, конечно же, что развивать себя в обучении, потому что не имея каких-то навыков в любой профессии, просто невозможно двигаться дальше. Чем больше ты узнаешь, тем ты проще и легче понимаешь те задания, которые даются, да, и вообще систему работы. Поэтому я всех хочу поздравить, что сегодня вы на этом обучении, вы большие молодцы, потому что каждое обучение дает нам какой-то толчок, какую-то интересную мысль. Второе, что мы с вами должны делать, это организовать, во-первых, свой личный товарооборот и товарооборот группы. И очень часто, приходя в проект, многие говорят, что я не буду делать личный товарооборот,
Но если вы не активируете свой интернет-магазин, во-первых, через какое-то время его могут терминировать, ваш магазин, да? А кроме того, если вы сами не умеете делать заказ, как будет его делать ваша команда, ваши клиенты и так далее. Поэтому вам необходимо создавать лишний товарооборот. Чем быстрее вы научитесь это делать, тем быстрее научите свою команду, и быстрее будет рост именно по карьерной лестнице. И, конечно же, товарооборот группы, как его организовывать, будут вам рассказывать, конечно же, и спонсоры, как помогать, курировать вас, поэтому здесь уже ваша задача просто пройти обучение. И третье – это организовать поток людей, рассказывая о всех возможностях компании, потому что, знаете, кому-то сегодня нужна работа, но я скажу, что очень много мы сталкивались с тем, что мы говорим о работе, человек говорит, мне не надо, а когда начинаешь рассказывать о возможности дополнительного дохода, а потом возможности скидочки, многие остаются вначале просто как на скидку. Либо из-за своего страха начать работать в интернете, либо просто действительно сейчас нужна просто скидка на хорошую продукцию. Но потом включается в работу. Поэтому мы должны рассказать о всех возможностях, человек выбирает сам, какие возможности ему нужны. И немножечко более подробно расскажу о всех пунктиках. Первое – это, конечно же, обучение. Вы знаете, обучение у нас проходит в режиме онлайн. Вот здесь представлен вот такой список обучения. У вас есть чаты, у вас есть чаты Вайберы, чаты, да, где вы получаете ссылочку на обучение. И, конечно, обучение проходит практически каждый день. Его нужно посещать, но, конечно, не только слушать, но и выполнять те действия, которые даются в обучении. И если вы считаете, что для вас сейчас очень много, да, очень много нагрузки, выберите ту категорию в обучении. Допустим, на этой неделе я прохожу только обучение по продукции, потому что я не знаю, как показать каталог. В следующей неделе, допустим, вы хотите больше узнать о продукции Wellness. Послушайте о продукции Wellness. Конечно, если у вас воспринимается вся информация легко, то вы можете прослушать все обучение, потому что чем быстрее вы научитесь, тем быстрее вы сможете применять это на практике. Если у вас сейчас страдает возможность как приглашать людей, то, конечно же, по субботам у нас именно идет школа рекрутирования в различных социальных сетях, доски объявлений и так далее, поэтому здесь тоже ваша задача главное выбрать, где рекрутировать. Обучение, кроме того, конечно же, вы можете проходить на сайте, на нашем обучающем, на вашем интернет-магазине, да, в правом верхнем углу есть обучение от компании, оно очень классное, с подсказками, с различными примерами, поэтому тоже обучение нужно обязательно. И, конечно же, не забывайте о том, что сейчас для быстрого роста, для тех, кто хочет попасть на банкет директоров, кто хочет попасть на конференции, нужен быстрый рост. И в этом очень помогает Академия Бизнеса 1, о которой я уже говорила. Если вы еще не знаете, что это такое, обращайтесь к своим спонсорам, они вам расскажут, подскажут, как можно туда попасть и какой результат будет у вас после первой Академии. Я только могу сказать то, что при выполнении всех действий, всех домашних заданий, которые даются на Академии, то за 2-3 каталога вы быстро выйдете на уровень 9%. Второе – создание товарооборота личное. Здесь мы просто меняем обычный магазин на магазин компании Oriflame. Почему? Потому что действительно качественный продукт, потому что продукция востребована, нужна каждый день. И здесь, если вы хотите показывать каталог, если не сами делаете 150, то, в принципе, тоже у нас есть огромное количество обучений. Кроме того, знаете, здесь просто нужно наработать базу клиентов. Потому что когда у вас будет хотя бы 20-30 клиентов постоянно, которые у вас каждый каталог будет смотреть, каждый, вернее, каталог, да, будет просматривать, то, поверьте, у вас не будет стоять вопрос, как сделать 150 баллов. И третье, что мы с вами... Да, это вот наш сайт, который был разработан в Чехии. Я скажу, последние, наверное, недели две он постоянно немножечко обновляется, меняется и по цвету, и по оформлению становится, мне кажется, вообще очень круче. Таких ярких, красивых картинки. То есть поэтому даже представить этот сайт очень приятно своим клиентам, либо своим людям, которые приходят к нам в команду. И не забывайте, что у вас 20% скидочка на весь ассортимент продукции, независимо от того, как часто вы делаете заказ. Ну, а преимущество, почему хорошо делать 100 и 150, мы, конечно же, с вами сможем узнать, вот даже на ближайшее обучение, это завтра в 19:00, почему 150 баллов делать намного выгоднее, чем просто какой-то небольшой заказик в каталог. И, конечно, третье – это поток людей. Я уже говорила, каждую субботу в 11 часов у нас проходит обучение именно по методам рекрутирования, поэтому ваша задача выбрать как минимум два метода. Конечно же, один из них – это должен быть теплый рынок, потому что если вы его не пригласите, его пригласит кто-то другой. Вот как правильно пригласить теплый рынок, на кого, куда, это все вы можете увидеть в обучении. И, конечно, выбрать второй метод, потому что теплый рынок рано или поздно, он, конечно, не заканчивается, но рано или поздно он
будет не так быстро наполняться, да, ваш список знакомых. Поэтому вам нужен второй метод, и здесь уже ваша задача проработать все и выбрать тот, который вам будет более эффективен. Мне, допустим, очень нравится ВКонтакте работать. Сейчас вот я тоже добавляю Инстаграм. Кто-то работает на вышках объявлений, то есть все методы работают, главное ими работать. И как итог, что нам нужно с вами делать, в чем же заключается суть работы. Итак, сменяем обычный магазин, интернет-магазин компании Oriflame, приглашаем людей через социальные сети, теплый рынок и так далее, рассказываем о нашем проекте, о том, что можно покупать качественную продукцию через интернет и дешевле, и организуем вместе своей группой товарооборот, и, конечно, компания за это начисляет деньги. Мы же с вами сегодня говорили о том, что суть любого бизнеса – это создание товарооборота. Чем больше товарооборот, тем более прибыльный бизнес. И вы уже все видели, наверное, карьерную лестницу компании Oriflame. И то, что я уже сегодня тоже говорила, академия бизнеса, как вариант, уровень менеджера, это самое первое, что обычно ставит новичок себе в планы, как минимум в ближайшие 2-3 каталога выйти на уровень менеджера. И кто-то говорит, что это будет сложно, потому что, конечно, на первых этапах даже новичку кажется, что 10-20 баллов сложно сделать. Я вам представила одну из картинок, как можно легко выйти на уровень 9%. Я вышла на уровень 9, когда у меня было в команде всего со мной 5 человек, но каждый делал 150 баллов. Поэтому ваша задача, наша задача найти партнеров и объяснять им о том, говорить им о том, что бизнес можно построить легко, быстро, если грамотно, правильно сопровождать. Да? То есть 150 баллов – это как бы условие для партнеров, для того, чтобы получать объемную скидку от компании, и при этом, конечно же, для того, чтобы даже выйти на уровень 7500, вам достаточно 50 партнеров, которые делают 150 баллов. 50 человек, которые делают 150 баллов, и вы старший менеджер компании Oriflame. Я покажу вам, как можно дойти до уровня директора. Здесь пока еще в белорусских рублях старых, да, какой приблизительный доход и так далее. И хотя мы с вами говорим о баллах, о баллах бонуса, о товарообороте, конечно, наша задача сейчас не только на баллы обращать внимание, а самое главное, на партнеров, которые приходят нам в команду. Потому что если вы просто, можно, конечно, сделать 7500 просто покупательный, но это будет нестабильно, это будет ненадежно, поэтому наша задача находить именно партнеров, с ними работать, потому что приятно потом гордиться их результатами и, конечно же, вместе работать намного интереснее и веселее. И если вы посмотрите на эту картиночку, то вот это на уровне 9%, вы должны быть как минимум 9-12 партнеров. Да? На уровне 18% уже больше, да, там около 20. На уровне 22% должно быть 25-30 партнеров, как минимум. А если у вас их будет 50, то, конечно, рост ваш будет очень быстрый, да, и надежный. И я скажу, что, в принципе, если посмотреть на карьерную лестницу компании Oriflame, да, уже после уровня директора, что мне тоже очень нравится в компании, это премии. Премии выплачиваются по курсу Нацбанка. И за закрытие звания директора, когда вы 8 и 17 каталогов удерживаете звание старший менеджер, вы получаете, закрываете звание директора, получаете премию в 1000 долларов. Приблизительно доход, средний доход, да, написано в месяц, где-то 1000 условных единиц. Но что тоже очень приятно, так как у нас 17 каталогов, зарплату мы тоже получаем 17 раз в год. И дальше вы видите, я не буду перечислять уровни, вы видите, какие премии за звание можно получать. И что мне очень нравится в компании, что можно зарабатывать тогда, когда зарабатывают люди, которых вы приглашаете. Вы могли одному человеку стать директором, вы старший директор, премия 1500 долларов. Вы могли двоим 2000 долларов. Причем, смотрите, только от вас зависит, сколько, с каким людям вы можете помогать одновременно. Конечно, обычно говорят не больше там 4-5, когда уже вы уже будете ас, да, помогать. Но на самом деле, даже если вы спросите двоих людей сейчас помогаете им становиться директорами, то закрыв директора, вы уже можете быть открытой квалификацией старшего золотого директора. Это очень классно, что помогает другим, мы растем сами и видим их результаты, гордимся тем, что, чего достигли они. Поэтому, знаете, даже перед тем, как приступить к построению бизнеса, выберите то, ради чего вы это делаете. Выберите себе цель, потому что, конечно же, будут и отказы, будут какие-то преграды на пути к достижению, да, ваших результатов. Но на самом деле, если ваша цель будет выше всех этих преград, то вы достигнете тех уровней, которые вы хотите, намного быстрее. Посмотрите на карьерную лестницу компании Oriflame. Выберите, какой доход вы хотите. Узнайте, что для этого надо. Да? Потому что иногда нам кажется, это директор, это вообще что-то нереальное. На самом деле, это уже поможет двоим людям стать директором.
Но если вы уже сами станете директором, то обучить при этом свою команду одного и двух, да, вы уже сможете. Наша главная поиск активных партнеров, и бывает это только холодный, у кого-то только теплый рынок, у кого-то и тот, и другой, но на самом деле вот таких людей активных, интересных нужно как можно больше. Итак, что же мы получаем от компании, закрыв, и сейчас уже не только закрыв звание золотой директор, да, а вы уже знаете, что с уровнем менеджер у нас компания дает возможность нам участвовать в конференциях, и эти конференции действительно не просто простой отдых. Вы знаете, сколько не было конференций, как рассказывают даже лидеры, это что-то незабываемое. Говорит, можно спать только по 3-4 часа, потому что настолько программа на эти дни конференции насыщена. Причем есть программа, которую вы сами можете выбирать, да, какие-то поездки, туры. Но при этом это и обучение, и знакомство с лидером, общение с лидерами из других стран. Это настолько заряд энергии, знаете, вот после нашего обучения в Витебске, в Минске, такой получаешь вот заряд энергии, да, а когда ты на конференции, когда вокруг тебя лидеры компании, особенно если конференции там золотые, бриллиантовые, люди высокого звания, ты понимаешь, что люди такие же, как и ты, но они уже здесь на конференции вместе с тобой. И это очень классно, ты понимаешь, что не один человек этого достиг, этого достигли очень многие. Хочется работать дальше, и хочется приезжать уже не одному, а со своей командой. Конечно же, банкет директоров, именно закрывая звание директора, вы приглашаетесь на банкет директоров, и квалификация на ближайший банкет уже началась, вы знаете, и уже, в принципе, для того, чтобы попасть на банкет директоров, который будет в следующем юбилейном году компании, в 16-м каталоге, да, вам уже нужно, 16-17, нужно открыть звание директора, открыть, да, стать, звание старший менеджер, для того, чтобы попасть на банкет директоров. И так как вот следующий банкет будет юбилейный, компания, вы знаете, что не повторяется ни разу, она каждый год приносит что-то новое, интересное. Это всегда новые места, это всегда новые звезды, которые приглашены на банкет. Это мужчины, женщины в красивых девушки в платьях, мужчины в смокингах. Но следующий год юбилейный. Я думаю, то, что приготовит компания, это будет незабываемо, поэтому на этом банкете нужно быть. Если вы еще не знаете, как туда попасть, обязательно обращайтесь к спонсорам, потому что это будет очень интересно, очень классно. И чем больше людей будет от нашей команды, тем будет веселее и интереснее нам. Поэтому обязательно посмотрите, что нужно для квалификации на банкет, и чтобы вы понимали, чтобы не было так, что вы чуть-чуть чего-то не доделали, а могли попасть на банкет. И, конечно же, как я уже говорила, уже многое количество людей достигли вот этого звания директора. Кто-то не одно звание закрыл, кто-то несколько, кто-то золотой директор, да, старший директор и так далее. Видите, что это совершенно разные люди, независимо от возраста, независимо от образования. Есть юристы, и предприниматели, и учителя. Поэтому, вы знаете, неважно компании, какой у вас пол, какое у вас образование, какого вы возраста, здесь все зависит от ваших эмоций, от ваших амбиций, от вашего желания. Сейчас покажу еще один тоже слайдик. Это семейная пара и основатель нашего проекта, это Анна Козловская, основатель, директор компании, которая в прошлом году закрыла сразу два звания. И наши вышестоящие спонсоры, это Елена Ракоча и Денис Бирюков, бриллианты директора компании Reflame. Сейчас это они отдыхают в горах, вот. Но при этом бизнес работает и растет. Поэтому действительно бизнес компании Reflame в нашем проекте дает возможность получить пассивный доход, дает возможность отдыхать и при этом зарабатывать, да, поэтому действительно это бизнес надолго, бизнес, который можно передавать по наследству. Поэтому действительно это то, где ты понимаешь, что ты работаешь и потом можешь получать результат. И, конечно же, последний банкет, который был, покажу вам несколько фотографий. Потому что мне посчастливилось в качестве гостя тоже побывать на этом банкете. Он был на берегу Минского моря, Ривьера Кантри Клаб. И вот такое шикарное мероприятие. Поздравление нашего нового директора Ольги Мельниковой. Потому что очень красивые девушки. Действительно, энергетика просто зашкаливает. И компании продумано все до мелочей. Какие-то такие нюансы, которые, мне кажется, можно было не обращать внимания, на самом деле все продумано настолько, до всяких мельчайших подробностей, и люди, которые находятся на банкете, вы знаете, вот на нижней фотографии справа, здесь не только люди из нашей команды, но они с удовольствием поздравляли наших директоров, и что говорили, что молодцы, что вот именно в это время, когда кризис в стране и так далее, люди растут, люди получают премии, да, Владимир, сейчас в Карпатах, Лена с Денисом, вот, люди получают премии, развиваются, растут, и это очень классно. В отличие от традиционного бизнеса, да, наши
конкуренты не будут рады тому, что у нас что-то получается. Здесь же все наоборот. Мы делимся своими наработками, делимся своими планами и, конечно же, вместе радуемся успеху. Вот такие шикарно накрытые столы, танцевальная программа, вот такие все радостные люди, красные дорожки и так далее. Все это ждет на банкете директоров каждого из вас, кто поставил перед собой в ближайший год цель закрыть звание директора. Ну и очень такая интересная фраза: если нет у вас своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. Потому что действительно мы, когда работаем на наемной работе, то вся наша жизнь заключается в том, вот работа-дом. Вы знаете, самое неприятное, наверное, страшно, когда общаешься с людьми, они говорят: ну ты там на работе, ты здесь дома, а когда ты живешь? И люди считают вот своим жизнью вот время от вот после работы и до того, как ложатся спать. То есть вот этих вот там 4-5 часов, да, если ложатся спать поздно, да, не рано, они считают вот жизнью. Поэтому действительно хочется, чтобы, ну, как бы можно большим количеством людей рассказать о том, что можно жить по-другому, что можно менять. Я в компании в Oriflame и в проекте, потому что у меня есть мечты моих детей, поэтому мне хочется, чтобы они реализовались, хочется действительно наслаждаться каждым моментом жизни, каждый из вас этого достоин, поэтому обязательно вот просто выполняйте эти три действия. Всего лишь три действия: обучаться, приглашать людей и создавать свой личный товарооборот. И это даст тот результат, который вы хотите. У вас будет собственный бизнес, у вас будет путешествие за счет компании, растущий доход, собственный автомобиль. Конечно же, все то, чего вы хотите в этой жизни, можно достичь. Все зависит только от ваших амбиций, от ваших эмоций. И от ваших действий, конечно же. Но и, наверное, в заключение я расскажу именно о том же, что же нужно делать. В первую очередь, если вы еще не зарегистрированы, обязательно зарегистрируйтесь в нашем проекте. Активируйте свой интернет-магазин, разместив на нем любой заказ. Потому что если вы не разместите заказ, даже если под вами уже будет группа, у вас в интернет-магазине будут люди, все равно вас через 3 месяца вас терминируют. Поэтому обязательно разместите заказ, чтобы ваш интернет-магазин остался за вами. Вы получаете свой сайт, выбираете метод рекрутирования, на котором хотите работать, и здесь нужна главная статистика, да, потому что любой метод работает, нужно понять свою статистику и понять, какой результат вы хотите достичь. Мы находим с помощью рекрутирования наших новых партнеров, общаемся с ними, регистрируем их в свою команду, обучаем их все тому, все, что мы умеем мы, строим вместе с ними структуру. И когда уже наши лидеры, да, люди, которые пришли к нам в команду, наши бизнес-партнеры начинают повторять наши действия, то мы начинаем расти по лестнице успеха. И становимся успешными мы, становимся успешными наши команды. И это самое классное, когда становится успешными наша команда, потому что действительно их результат – это результат наших действий и наших достижений вместе. Поэтому я вас рада приветствовать в нашем проекте. Я очень рада, что вы уже присоединились к нам. Если еще нет, то обязательно присоединяйтесь, потому что проект дает классный результат. И я думаю, что вот сейчас, когда мы еще ввели Академию бизнеса, обучение, которое дает шикарный результат, столько много эмоций, столько много положительных результатов, и действительно результаты, которые поражают, скажем так, действительно результат не заставит себя долго ждать. Постарайтесь своих спонсоров, людей, которые пригласили, потому что чем чаще вы его достаете, он видит, что вам это нужно, по крайней мере, да, и будет с вами работать. Поэтому приглашайте, растите, достигайте всех целей, которые хотите, и обязательно присоединяйтесь к нашему обучению завтра. Обучайтесь каждый день, даже самым развитием. Если возможно, читайте книги, нет возможности читать книги в транспорте, можно послушать аудиокниги, потому что действительно личностное развитие, если вы не растете головой сами, то, в принципе, результат будет немножечко тормозить. Поэтому обучаемся, приглашаем людей, создаем товарооборот и растем вместе по карьерной лестнице. И, конечно же, до встречи на наших мероприятиях онлайн и, конечно же, офлайн. Все, всем всего хорошего.